Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Егор, и мы сегодня будем делать обзор по танку Пезер. Пезер Кампьягер 3. Этот танк я сделал из скульптурного пластилина. В общем, сюда видно то, что я сделал из веревочки и самой этой. Так, ну, тут у него броня хорошая. Нормально. Вот здесь также внутри, вот в этой лобовой части, я сделал трансмиссию. Так как и в других танках немецких. Так, здесь. Тут то же самое. Я сделал гусеницы. Здесь у меня немножко попрочнее. Чего-то у меня задняя, так пусть будет. Так, и здесь я сделал дополнительную, так же, как и спереди сделал дополнительный каток. Только если при повреждении первого катка можно снять и заменить. Сейчас. Можно снять и заменить новый, на новый каток. А старый положить или поставить тут на свое место. И все, и дальше поехал. Здесь также я выделил кувалду. Лист железа. Не знаю зачем, но надо было. Лопату для откапывания, если танк застрял. И плоскогубцы, чтобы рассекать колючую проволоку. И давайте сейчас будем начинать спереди. Спереди броня очень толстая, как я говорил. Здесь есть пулемет, стрелка радиста, механик-водитель. Там их пока что нету. Но скоро будут. Здесь у меня немножечко не получилось. Точнее, надо повысить саму подвеску. И здесь тоже. Так. Вот. И все. Здесь у меня я сделал гладкую. Ну, поняли то, что она может приседать, бла-бла-бла и всякое разное. Здесь тоже есть палочки, вот они. Сгибы на пушке, но это мы потом придем сюда. Ну, а подвески еще не все. Сейчас покажу еще одну фишку этого танка с той и этой стороны. Возьмем, к примеру, ножницы мои и поставим. Вот. Приседает. Тут я немножко уже давил. Блин, немножко вот рвется. Да, и так сойдет. Рвется и что? Но здесь вот гусеница может проседать. Вот видите, то, что она сейчас вот так, хопа, с легкостью встала. И не мешает, как в других моих танках, стрелять из основного орудия. Давайте. Сейчас на той то же самое. Так что это откладываем. Давайте переходим к заднему. Тут сразу есть механизм для дымовых шашек, чтобы заряжать. И с кабины активировать вроде провод или рычаг. И они выдуваются и типа так. Ну, типа так и должно быть. И здесь я сделал две выхлопных труб, которые у Пезер Кампвагена, Кампьягера третьего есть. Так и я здесь выделил. А здесь есть, ну, колесо, понятно. Здесь есть радиаторские решетки. И самое главное в этом танке — кабина. Над ней я очень долго старался. Давайте сейчас покажу вам двигатель этого Кампьягера третьего. Вот тут я буду поддевать его всегда. Да, здесь, конечно, немножко отвалило. Ну, немножко понятно. Покажу вот так. Здесь есть мотор на 800... Ой, вроде на 500 или на 600. Нет, вроде на 800 лошадиных сил. Два топливных бака. Вот он.
Вон там еще. Вот топливный бак. Вон там еще. Вот. Вот тут немножко видно. Вон там внизу. Второй топливный бак. Третий. Ну, это уже другое. Это от мотора. Вон там тоже снизу. А, это. Вот это. Как я и сказала, топливные баки. Решетка радиаторская. Радиатор. Сейчас покажу вам. И как она выглядела. И как выглядит. Так она... А, все, легко. Вот так я ее сделал. И давайте обзорчик. Вот такой моторчик там. Вот еще топливный бак. Вот. Там внизу. Вот. Тут. И... сам двигатель. Ну и все на этом. Пока что мотор нормальный. Думаю, от взрыва и краш-теста этого танка получится красивый. И это будет скоро на моем канале. Не пропустите. Это будет сегодня, как я выложу, так он и будет, этот ролик по взрыву танка. Мне кажется, здесь надо еще спереди. Вот здесь спереди надо было бы мне еще один сделать. Хотя я сейчас переделаю быстро. Вот и здесь. Блин, только тихий получился щелчок. Да и да ладно. Все, немножко передвину отсюда сюда, поближе к ведущему катку. Сам ленивый каток. И с той стороны то же самое. Вот. Вот так. Вот. Вот он. Я это сделал, чтобы передняя часть сильно не перевешивала. Так что, потому что... Сейчас покажу. Вот смотрите на... Давайте сейчас вот так покажу. Смотрите вот на эту, на вот эту раму. Где мой палец? Блин, где? А, вот. Видите, где мой палец? Вот это. Вот. И смотрите, как у него вот здесь больше вот такой горка идет. Шел. Сейчас а вот здесь как-то повыше, здесь пониже уходит. Я думаю, этот танк мы сделаем из него подрыв. Сначала передний. Вот здесь подрыв сделаем. Петарды Корсара первого. И там уже потом найдем куда. Ну, здесь и давайте пока что я вам включу музычку. И начнем немножко смотреть на этот танк с другого ракурса. Давайте. Все, давайте теперь мы приступим к самой башне. Так, ну, так, давайте. А, вот тут вот так поставлю и смотрим. Здесь само дуло, точнее, все у нас основное орудие танком. Два пулемета, которые присварены сразу к танку. Здесь вот так я выделил его. Ой, так, сейчас немножко повисло. Где-то... Типа вы ничего не видели? Конечно, видели.
здесь у нас, как я и сказал, два пулемета сваренных. И само отверстие, где целится наводчик. Это у нас оптика наводчика, это оптика заряжающего. Здесь у нас будет сидеть генерал этого Пезера Кампвагена. Я буду называть Кампвагена, Кампьягер. Третьего. И здесь тоже оптика его. И эти тоже открываются. Это я попозже вам покажу. Здесь все есть так, как и в самом танке. Вот даже башенка. Ну, давайте покажу вам внутрь. Вот там есть казённик сам. Это я сделал, чтобы сама башня нормально сидела. Давайте сделаю вот так. А вон сам наш этот трансмиссия. Вон спереди. И сам кардан. Тут немножко капнуло. После того, как я делал вот это капнуло. После того, как я делал. Ну, так тоже сойдет. Тут у нас сидит механик-водитель. Стрелок-радист. Вот здесь будет у нас стоять. Вот эти уберем. Вот здесь будет у нас стоять. Вот здесь, как там, наводчик, заряжающий, а в самой кабине он там сидеть сбоку будет у нас командир. Ну и все, на этом пока что все. Ждите видео, когда будет выходить, когда он будет подрываться. Сейчас покажу, какими петардами я буду его подрывать. Подрывать я буду вот этими петардами. Опа. Тут у меня штук. Где-то у меня тут их 9 штук. Ой. Да, у меня тут их 9 штук. Вот такими петардами я буду его подрывать. Первым делом засуну вот сюда. Точнее, вот сюда. Да. Вот так, чтобы сильно не разорвало. Потом, думаю, вот сюда. Не. Нет, думаю, вот сюда поставить. Вторую. Третью. Сюда. Четвертую. Сюда закинуть. Так, я одной показываю примерно, где у меня будет подрываться. Ну, там петарда 9. 6 петард будем использовать, а может даже 7. Покажу, сколько осталось пластин после этого танка. Сейчас даже поставлю и покажу, сколько. Так, петарды и вот это откладываем. Сейчас покажу. Все вы видели имитирование Мауса, падение. Вот от него что осталось. Вот оно все. Я хотел из этого сделать бока этого танка, но не получилось. Осталась только вот эта пластина. Односантиметровая. Ну и еще несколько сантиметров там было. Так, все, здесь положим. Ну все, всем пока. Подписывайтесь на меня, ставьте лайки. Поддержите меня, пожалуйста. И этот танк. А, сейчас покажу, какого он размера. Всем же, может, интересно. Сейчас покажу. Вот у меня 25-метровая, сантиметровая линейка. И смотрим. Она в точь-точь, как и эта. Да, вот. Если считаю вот эти. То да, они одинаковы. Вот моя ладонь, а вот этот танк. Можно вот так сделать. Да, танк большущий вышел. Зато классный и мощный. И будем подрывать его вот этими петардами. Линейку мы откладываем. Давайте сейчас.
еще раз покажу. Вот эти петарды корсара первого. Первый корсар. И мы его будем подрывать. Эти штуки вот сколько. Не сильно много. Эти корсары стоят 50 рублей, 60 штук. Не, я не тратила все. И у меня только 9 было. Только 9. Все. Ладно, всем пока. Подписывайтесь на мой канал.